Вот у нас гуси сутками погуляли сегодня целый день, пока я как раз занимался своими делами, потом поспал. Вот, хлеба не весь подъели практически. Вечером у них будет вторая партия хлеба. Ну а завтра уже будет другое кормление. Вот. То есть одним хлебом сыт не будешь. Поэтому мы будем менять питание. Ну, в связи с работой приходится менять что-то в рационе и так далее. То есть, либо на скорую руку делаешь. То есть это наломать хлеб самое простое. Вот. Либо еще как. Вот. Особо если не дергаться, вот как я сейчас в одном положении завис, то в принципе они проходят там, не боятся и так далее. Но если только начать вот поворачиваться где-то, еще что-то, вот они, видите, мимо проходят и не боятся. Ну и естественно не нападают. Кроме вот этой вот у нас гусыни. И то, что она вчера крылом даже защищала гнездо, для меня это, наоборот, так скажем, хороший показатель. Я уверен за то, что, допустим, если придет та же лиса, проберется каким-то чудом на территорию, то всей толпой они просто не дадут лисе тронуть никого из своих соплеменников. Вот. Ну и, соответственно, не позволят тронуть ни молодежь, ни яйцо и так далее. То есть это довольно хороший показатель. Да, просто самому не нужно лезть. Это как бы уже давно было понятно. То есть сначала защищали самцы, а вчера вот эта самочка сама уже защищалась. То есть показала, что товарищ, ты ошибся адресом. Не стоит сюда заходить. Ну просто я не позволяю высиживать яйца. Я лучше сам засуну их в инкубатор и сам выведу, потому что, ну, вот так же где-то кто-то испугал и так далее. То есть гусыня просто сойдет с яиц и все будет на смарку. А нам это не надо, да, и плюс ко всему я же не подкладываю яйцо. То есть, ну, как-то еще не сталкивался с этим. Многие наоборот вот садят прямо на яйцо, то есть подкладывают яйцо, дают и так далее. Я в этом плане наоборот как бы, ну, не сторонник, так скажем, высиживания. То есть лучше сам. Они пусть отдыхают, гуляют, радуются жизни.